посмотрим, что у нас приложения для телефонов нету, есть мобильная версия для сайта. А что нам предлагает Джарахов и The Hatters, produced by The Hatters. Русская фолк-рок-группа, образованная в 2015 году, сама группа описывается точно как русско-цыганский уличный. Серьезно? Серьезно, чего-то там еще есть. Но это не первая песня этих ребят, которую мы слушаем. Слушаем, что это такое. Погнали, в Питере. Не подобрать эпитет, ты про Питер, я пропитанным. Солнце в зените без осадков, удивительно. Тут все свои и с вами пить так упоительно. Мне так тепло, как в старом, но любимом свитере. Я снова мчу к тебе на всех парах, чтобы сказать о самом важном. Да очень круто. Все перепить, короче, да? Ленинград Тайп Стайл Бит. Да. Одинаково глупо сделан, как бы трек нормально. Блин, ну песня продумана красиво. Неплохо. Весьма неплохо. Может быть, глуховато чуть-чуть, но в целом хорошо. Я думаю, что они круто сочетаются друг с другом. А реально. Я думаю, что они круто сочетаются. Да. Так, да, все ебанько, которые залетают сюда и пишут хуету про политику, особенно хуету, они сразу будут отлетать пермобаном. Вы же знаете, да? Да. Если они думают, что они такие охуенно умные, ну они просто не смогут здесь больше писать. Все очень просто. Мы разбираем музыку. За всю тупую хуйню, которую они хотят сказать, мы знаем лучше них. А они с говном, желающим испортить нам настроение, просто идут нахуй. Да. Поэтому мы возвращаемся к замечательному треку. Мне очень нравится, как звучит вот это. Как они сделали предприпев. На стриме охуительно. Да, вот, правильно. В Питере охуительно. Да, кстати, это база. Я уже говорил об этом неоднократно, в том плане, что я как бы последние поездочки переосмыслил немного происходящее. Там в Питере мне понравилось. Да, это хорошо. Но тут как бы история такая, знаете, прям история с переосмыслением в Питере пить, да, по сути. Бармен, налей, лей нам, шот за шотом. Вот это вот история такая, да, вот от Джарахова и Хэттерс в противовес ленинградскому в Питере пить, да, такая же примерно история. Вайб хороший, да, вайб хороший. Очень круто они вдвоем отработали. Вот это куплет 2, вот эта история, вот с этой историей, типа это прям кайф, да, это прям кайф. Предприпевчик, припев, аутро, все, да, все хорошо. Куплет Джарахова по структурочке.
Я пьяный и свободный, снова мчу к тебе, чтобы сказать о самом важном. Так не терпится скорее тебя обнять. Весьма неплохо. Да. После припева, наоборот, припускают. Скучноват припев, как мне, как будто когда второй раз это, то МБ развить неплохо. Не, ну вот тут типа получилось что? Получилась вот эта история, да? Вот здесь как бы один раз, да, вот этот тут бриджик такой был уникальный. И вот здесь куплетик они развились вот именно таким образом. Вот. Вот это вот развить, здесь развить еще. Ну, не знаю, мне кажется, нет. Вот эта вот репетативность, это была задача. Короче, как придумана песня, мне очень нравится. Может быть, она в чем-то не дожимает там для кого-то еще что-то. Придумана она очень круто. Правда. Интрушечка, куплет Джарахова. Очень хорошо сделан. Вот эта часть отлично пропета. Здесь нас подготавливают, уже давая неплохой вайб. И здесь нас добивают с бриджиком, куплет совместный, предприпев, припев. Полный, раскрытый более, да, чем вот здесь в данном случае, потому что тут был бридж. И аутро. Кайф. 10 баллов за структуру, 100%. Это весьма неплохо. Это весьма неплохо. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо. Так. Да. Продюсер они, артист они. Угу. Вот здесь сразу могу сказать, это 10 баллов. Реализация стиля. Снова мчу к тебе на всех парах, чтобы сказать о самом важном. Не знаю насчет музыки, да? Один, семь, ноль, три. Это хорошо работает. Охуительно. Это хорошо работает. Да, он предпев. Не важно, что спокойно. О любимом важном. С вами пить так упоительно. Не так тепло, как в старом, но любимом свитере. Я снова мчу к тебе на всех парах, чтобы сказать о самом важном. Очень прикольно. Очень хорошо работает. Не знаю, реализация. Наорали хорошо, все сделали. Здесь я думаю, что где-то вот такая вот история. Да, ровненько. Угу. Ровненько 8, где-то 8, 8-9 баллов, я думаю, да. Девяточка, наверное, так. Рифмы и образы 8. Реализация стиля 9-10 баллов. Единственное, что мне кажется, немного глуховато звучит моментами. Немного. И припев, ну, не настолько, куплет не настолько круто и прям точно коммерчески реализован, как припев, да, куплеты. Обоих причем. Совместка и продумывание трека прям максималка. Атмосфера вайб как будто бы 5 баллов. 4 нет. 5 баллов есть точно. Трендовость и актуальность тоже 5 баллов. 80 баллов. Сильная история. Сильная история. Спасибо. Так, что у нас тут? Насчет облоги. Насчет облоги. Насчет облоги и насчет трека, допустим, хит мейнстрим. Хит мейнстрим как будто бы не хит мейнстрим. Мне кажется. Значит, облоги плюс, если да, минус, если нет. Минус, если нет, да? Все понятно. Нет, не хиток. Мне кажется, не хиток. Просто хорошо сделанная песня. За общее впечатление, вроде да, здесь реально прям пятерка. Но как будто бы субъективно хочется поставить 4 балла. Хочется поставить 4 балла, да? Что есть вайб определенный такой, как бы уже, который мы слышали, который мы знаем. При этом ребята, в принципе, уложились. Вот, не знаю. Крепкий трек, но не хит. Ну да, мне тоже кажется. После синглов и заказов разберем альбом. Все как всегда. Ну вы же, скорее всего, спрашиваете, потому что вы не были на стримах, да? Да. Для шашлыков в Питере. Может быть, да. Может быть, такое и есть. Да, может быть, такое и есть. Так. Так. Вот тут... Блин, слишком ровная она, что ли, для того, чтобы... То есть у нее все хорошо в базе. Но сказать, что она вот прям забирает этот этой фишкой. Самобытности в ней нет за счет того, что это мы уже слышали в Питере пить, безусловно. Ну, бля, есть вайп. Не-не-не. 5 баллов. 5 баллов.
Хиточек? Нет, обложку тоже вы скипнули. Сильный трек, спасибо большое. Этот трек прямо сейчас вы сможете уже оценить вот здесь. Прямо сейчас он появится, он уже появился, я думаю. Обложечка его появится тоже в достаточно короткий промежуток времени. Вот здесь он появится, в Питере. Вы сможете зайти на него вот так вот и оставить свои комментарии, оценить это все, поставить вот систему оценивания риса за творчество, почитать, посмотреть, как это все выглядит, да, и быть молодцом. Я думаю, что уже обложечка появилась, да, вот она. Так что можете заходить, делать грязь, если что, имейте в виду, да, и сюда подписываться для того, чтобы не пропускать, конечно же, стримчанские всю нашу историю, да, да, да. Самобытности нет. Ну, звучат, они звучат, и от этого нам никуда не деться. Нравится ли мне эта песня лично? Я думаю, что не очень, но это качественная песня, которая в своем жанре работает очень хорошо. Так что это как-то так.